Нет, с этого нельзя начать. Сначала скажем «да». Сначала попытаемся принять, почувствовать, поверить и влюбиться. Начало, пусть оно не навсегда, ведь мы всегда вольны остановиться. И вот тогда уже мы скажем «нет» всему тому, что не смогло случиться, что стало нам молчанием в ответ, как повод отступить и удалиться. Нет, мы не сразу уходили из любви. Мы были точно пуля на излете, которую потом найдешь в пыли, а не прицельно сделанной работе. Да, было это все предрешено еще самими нами до рождения. И смотрим мы теперь себя в кино не состраданием, а с каким-то наслаждением. Испытываем мазохистский кайф и страсть и дрожь заправского садиста. Не в силах удержать себя в руках, когда хребет ломаем пацифиста. Мы навсегда переступили грани, нам в этом мире больше нет прощения. Мы знаем, мы и есть вот эта дрянь, и ждем не смерти, нет, но возвращения. Когда, очистив прошлого грехи, пройдем чистилище, откуда нет возврата, мы вспомним наши лучшие стихи и встретим прошлого себя уже как брата. И вот тогда лишь наконец поймем, зачем свою любовь мы предавали, и дальше, взявшись за руки, пойдем, как и куда теперь поймем едва ли.